Всем привет, с вами Gabzor.com и сегодня в центре внимания у нас недорогой саундбар, это Genius USB Soundbar 100, стоит он плюс-минус 1300 рублей, в зависимости от магазинов, более подробная информация по ссылке в описании к этому видео. Его комплект включает, собственно, сам саундбар и инструкцию. Выполнен в виде моноблока с компактными габаритами, его можно установить как рядом с телевизором, так и монитором. Для питания не требует подключения к розетке, можно задействовать встроенный в телевизор USB и подключить, например, аудиокабель только. Так при включении телевизора будет подаваться питание, и когда вы включаете телевизор, будет выключаться и Soundbar. Такая вот аналогия с HDMI ARC в недорогом сегменте. Выполнен корпус из пластика черного цвета. Есть ограниченные зоны из глянцевого пластика. В целом же проблем в эксплуатации в ходе теста выявлено не было. Всю лицевую часть занимает металлическая сетка, в центре логотип Genius. За ней, в свою очередь, скрывается группа динамиков, там 4 активных и в середине 2 а, пассивных. По центру задней стороны нанесены общие технические данные, по саундбару элементы управления перенесены в пульт, там есть регулятор громкости. На основании две пластиковые ножки, как я и говорил в начале, для работы требуется питание к USB, в комплекте адаптер нет, поэтому или от телефона используем, или подключаем, соответственно, к устройству, которое используется. Проблем быть не должно, здесь аудиоджек по USB информация не передается, то есть в любом случае нужно будет аудиокабель подключать. Это можно отнести к минусам, то есть можно было все-таки сделать переключение между источниками. Мощность акустики 6 Вт, звук многополосный, по качеству звука лучше, чем акустика в ноутбуках в большинстве. Также, естественно, это касается телевизоров, саундбар здесь шире Звуковая сцена и лучше проработанная по выделению разного спектра частот. Высокая громкость сопровождается небольшим дребезжанием. Также обратили внимание на небольшое шипение. Такой вот белый шум есть на высоких уровнях громкости, когда вы оставляете и когда источник звука ваш не воспроизводит. Возможно, это особенности нашего именно экземпляра. Рассматривать можно в первую очередь как дополнение для монитора при эксплуатации компьютера или ноутбука в типовых сценариях. Он же позволит смотреть ролики на YouTube, сериалы, фильмы. И в целом получаем недорогой саундбар за эту стоимость, хорошее качество исполнения и хорошее звучание. Относительно компактные габариты и без проблем в плане сборки. Genius USB Soundbar 100. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.